Со спортом на «ты» Юрий Зинченко с юных лет. Особая страсть – настольный теннис. Играет сам и учит других. Для местной молодежи проводит любительские турниры. Вот и дворовый праздник – отличный повод собраться всем вместе, чтобы провести время с пользой для здоровья. Это же организует всех, это же спорт, это здоровье, это жизнь. Как же без этого? Без этого никак. Футбол, баскетбол, воркауты, даже шахматы – занятия по душе нашел себе каждый. Большие спортивные праздники во дворе на Никитинской проходят каждый год. С этой инициативой к властям обратились общественники. Просьба жителей услышана. Самое главное, что у нас установилась стойкая мода на здоровый образ жизни. И заниматься спортом надо обязательно всем. Мы видим, как родители приводят сюда детей, и вместе они сидят за шахматными столами. И это здорово. Власти еще есть над чем работать для того, чтобы в каждом дворе появилось место, где мы должны растить с вами новых чемпионов для других олимпиад. По итогам турниров победители получат подарки и дипломы. Организаторы обещают до конца лета провести в районе еще несколько праздников двора. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.